Да, это правда. Мои опасения подтвердились. И для сиреноголовой далеко не один, их несколько. И в каждом городе почти есть их официальные логово. И мои друзья далеко не первые. И уж, наверное, далеко не последние его жертвы. Через вот я понял, что год назад был абсолютно прав насчет того, что мы те, я бы так сказал, друзья, были далеко не первыми и далеко не последними, где вот в чем дело, жертвами. Потому что как только тема вновь открылась, еще один человек был найден мертвым, и он мало чем отличался от уже мертвых моих друзей, когда копы нашли их тела. И все эти тела были уже в свернувшейся крови. Этот человек тоже далеко не один погиб. У него была жена, сын, дочь. Все четыре человека были найдены мертвыми, но в абсолютно разных местах леса. С этого момента я один в леса больше не ходил.